стоят в первых рядах и надеются на свое светлое будущее. Я хочу повторить одну из мыслей, которую произнес Николай Шиколай, наш один из молодых бельских лидеров, который сказал о том, что пришло время перемен и надежд на будущее. Весна всегда говорит нам о чем-то прекрасном, о наступлении нового прекрасного времени. И я считаю, что мы с вами должны сделать все возможное, чтобы эти прекрасные времена наступили. А так называемые времы-гуни, о которых говорит правительство, ушло в небытие. И наступили настоящие, хорошие времена для нашей страны, для Молдовы. Молдова! 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 Красивые слова Юра сказал. Я уверен, что рано или поздно наша Молдова возродится. И возродится как раз с этой молодежи, которая стоит в первых рядах, для которой, кстати, мы тоже провели этот праздник, чтобы не помнили, что такое 1 мая, потому что в школах сейчас это не изучают. Зато теперь знаете, что такое 1 мая, в честь чего он был создан и так далее и тому подобное. Поэтому слово предоставляем еще одному молодому человеку, Врынчан Владу.